Эллиан. Ничего тебе не говорила. Я вообще не собиралась тебе говорить об этом. Что бы ты ни сказал, что я тебя принуждаю, но я больше... Я не могу больше жить одна. По мне, так можешь жить с кем угодно. Я хочу жить с отцом моего ребенка. Какого ребенка? Ребенка, которого я жду. Я жду ребенка, Мануэль. Твоего ребенка. Дурацкая шутка. Нет. Да, шутка, Росарио, неуместная и глупая шутка. Мне тоже было трудно поверить в чудо, но это случилось. Он здесь, Мануэль. Твой ребенок, твой и мой ребенок, о котором мы столько мечтали. Это невозможно, я же стерилен, Росарио. Ты сама видела спермограммы. Ты же столько раз говорила об этом с Федерико. Ни одна женщина не сможет от меня забеременеть, Росарио. Ни одна. Тебе же сказал об этом Федерико. Что ты хочешь сказать, что я тебе изменяла? Я этого не говорил. Ты думаешь, что я тебя обманывала? Ты так думаешь? Нет. Я никогда не изменяла тебе, Мануэль, никогда. Ты у меня первый и единственный. Росарио, перестань. Мы пытались много раз, но ничего не получилось. На этот раз получилось, он здесь, я его чувствую. Но я никогда не обращался к врачам, этого не может быть, Росарио. Пусть так, но я все равно его рожу. Я научу его любить тебя так же сильно, как я. Мне все равно, что ты чувствуешь. Ты не лишишь меня счастья получить то, чего я больше всего желала, сына. Сына от единственного мужчины, которого я люблю, Мануэль, даже если я останусь одна, неважно, я все равно его рожу. Я сама буду ходить в консультацию, сама буду учиться рожать. Но я рожу его. Я рожу твоего ребенка, обязательно рожу. Я буду с ним, с твоим сыном. Но все же я надеюсь, что когда-нибудь ты обрадуешься. Я не говорю о себе. Я говорю о тебе и о нем. Или о ней. Потому что мне всегда нравились твои ласки и твои поцелуи. Я никогда их не забуду, Мануэль. Знай, мы никогда от тебя не откажемся. Никогда. Мы не откажемся от тебя. Нет, этого не может быть, Росарио. Entonces, es cierto lo que me contó Noel. Mataste a un hombre. Sí, mamá. Yo lo maté. Era de noche. Se me cruzó en el camino. Se estrelló contra el parabrisas del auto.
cayó al costado de la ruta, sangrando, muerto por mi culpa. Yo creí olvidarlo, mamá. Creí poder, pero nunca pude. Ni puedo olvidarlo. ¿Bajaste a ver si estaba con vida aún? No. Bajo no él. Yo no tuve coraje. O sea que te escapaste. Estaba muerto. ¿Qué podía hacer? ¿Qué hubieses podido? Ni lo intentaste. Te escapaste, Felicia. Te escapaste. Камила, что случилось? Поздравляю. С чем? Скоро ты станешь отцом. Камила! Отпусти меня. Не отпущу, пока ты меня не выслушаешь. Ты хочешь, чтобы я стала крестной твоего ребенка? Я не понимаю твоей иронии. У меня не может быть детей. Ты отлично знаешь, что я стерилен. Надо, прошу тебя. У нас в Росарио давно ничего нет. Я люблю тебя, Камила. С моим браком покончено. Это не мой ребенок. Твой, это твой ребенок. Я знаю. Почему ты так думаешь? Я слышала. Почему? Что? Я слышала, как она говорила. Я верю ей. Веришь ей? Отлично. Ты поверила Росарио, но не веришь, когда я говорю, что люблю тебя. Что я не хочу с ней оставаться. Что хочу быть с тобой, Камила, что я тебя люблю. А я нет, я тебя не люблю. Я давно уже хотела с тобой поговорить. Хотела сказать, что между нами все кончено. Да, это было, было и прошло. И больше не будет. Я не могу. Я ошиблась. Сильвио значит для меня очень многое. Нет, это неправда. Да, это правда. Хочешь знать, о ком я думала в ту ночь, когда была с тобой? Хочешь, я тебе скажу? Я думала о Сильвио. Я думала о нем. Мне хотелось, чтобы меня обнимал он. Неправда. Камила! Камила! Камила, это неправда. Камила! Камила! Не пытайтесь перевести разговор на другую тему. Мы говорили совсем о другом. Но это очень важно, мама. Я слышала, как она ему сказала, Камила беременна от Мануэля. Беременна? Боже, не говори глупостей, Фелисия. Сколько же это может быть? Не больше 2 месяцев. Через 2 или 3 уже будет заметно. Все начнут спрашивать, на нас начнут показывать пальцем. Да, конечно. Конечно. Надо, чтобы Сильвию его усыновил. Да, он даже будет считать себя героем. Но если узнает Росарио, что все это случилось в этом доме. Боже, что все это случилось. Ты чё, кэ панто? Dios mío, no pudieron frenar sus bajos instintos. ¡Qué horror, qué vergüenza, qué descaro! ¡Por favor, Felicia! Довольно, Felicia. Боже мой, какой скандал. Что случилось, мама? Твоя сестра не перестает донимать меня глупостями. Что ты еще устроила маме? Я спроси об этом свою дорогую племянницу. Племянницу? Felicia, я тебе запрещаю. Любимицу бабушки. Хорошенький подарочек она ей приготовила. Камила? Что сделала Камила? Спи, мой сыночек, усни. Баю-баю, засыпай, Фелисия. Мама, я ничего не сказала, что ты имеешь в виду. Фелисия. Да. Я сама слышала, как Камила сказала Мануэлю, что скоро он станет отцом. Только этого мне не хватало. Скоро я стану бабушкой. Не верь ей, твоя сестра просто сошла с ума. Может быть. Все же я проверю, мама. Кому ты хочешь позвонить?
Гинекологу. Доктору Родосу? Да, ему. Он мне скажет, что с Камилой. Камила, прошу тебя, нам надо поговорить. Камила, ты должна меня выслушать. Камила, пожалуйста, открой. Камила, мне нечего выбирать, я уже выбрал. Я жду ребенка, Мануэль. Твоего ребенка. Твоего ребенка. Так и есть. Камила беременна. Боже мой, боже мой. Я ничего не понимаю, мама. Я думала, что Камила влюблена в Сильвию, и вдруг ребенок от Нану. Нет, ведь она сама тебе говорила, что влюблена в Сильвию, разве нет? Боже мой, боже мой. Мне надо что-то от головной боли, аспирин или что-нибудь посильнее, что-нибудь. Мама, что с тобой? Я сказала, болит голова, она просто раскалывается, когда я начинаю думать. Успокойся, тебе надо прилечь. Не хочу, я не хочу ложиться, это не поможет. Я не хочу ни о чем думать, я не понимаю, что происходит. Все посходили с ума. Я принесу аспирин, не надо никакого аспирина, ничего не надо. Боже мой, ну почему, Господи, почему ты не даешь мне отдохнуть? Иногда мне кажется, что Господь очень неблагосклонен ко мне. Mira la edad que tienes y lo bien que estás. Por eso, no es un premio seguir en este mundo, no hay ningún premio. Я знал, что ты говорила не всерьез. Ты мне очень нужна, Камила. Я тебя выбрал. Нет, я говорила серьезно. Я говорила серьезно, Нана. Я пришла сказать тебе что-то важное. Скажи, что ты любишь меня. Я хочу слышать только это. Для меня это самое важное. Я хочу знать, что ты моя. Я тебе не нужна. Скоро у тебя будет сын. Сын от Росарио. Нет. Уверяю тебя, что этот ребенок не от меня. Но даже если и так, я не хочу тебя терять. Что ты говоришь? У тебя ребенок от Росарио. Ты ведь знаешь, что между мной и Росарио уже давно ничего нет, Камила. К тому же от меня не может быть детей, ты тоже это знаешь. Камила, я прошел через все. Через стыд, унижение, через позор, через все. Ты знаешь, что значит для мужчины согласиться на спермограмму? Что значит услышать, что ты стерильный? Она придумала эту историю с ребенком, чтобы удержать меня. Росарио это придумала, поверь мне. Она не придумала. Это правда. Поговори с ее братом. Он тебе все объяснит. При чем здесь Федерико? Спроси у него. Ты что-то знаешь? Спроси у него. Что я должен у него спросить? Ты не стерильный. Все это ложь, Нано. Ты не стерильный. Вам надо выпивать не меньше литра молока в день и хорошо есть. Si tiene ganas de darse un gustito, no se prive, ¿eh? A ver si le pasa lo que a mi prima Purita. Ay, no sabe, tuvo un antojo de pasas de uva. Y el Ramoncito tiene acá en el cuello, mire, una cosa así, del tamaño de esta uña, así de grande, ay, todo peludito. Ay, no sé, se conoce que ella se tocó.
Mire si se tocaba la cara. Ay, el médico dice que es un lunar, pero Purita dice que fue un antojo. Y las madres siempre tienen razón. Ay, ya va a ver lo que es la intuición de una madre. No falla nunca, ¿eh? Y dígame, ¿usted no tiene un presentimiento ya? ¿Qué le parece que va a ser, nena o nene? No, no sé, yo, mientras sea sanito, ¿no? Ay, oh, esas decimos todas, ¿eh? Pero yo creo que en el fondo de su corazoncito usted quiere una chancleta. Ay, ¿usted tiene una cara de chancleta? ¿No quiere que se lo saque? Mire, justo tengo acá una aguja que le estaba cosiendo unas medias a Gotardo. Deme el anillo, deme el anillo. No, pero yo prefiero la sorpresa, Encarnación. Ay, vamos, no sea tímida. Dele, deme el anillo. Mire, si hace así, es que es varoncito por el pitilimbio. Y si hace así, es una nena. Dele, deme el anillo, vamos. ¿Pero qué va a esperar? ¿A la ecología? Después el bebé se tapa con los piececitos y no se puede ver el sexo. Ecografía, Encarnación. Bueno, da lo mismo. Vamos, ponga la mano y concéntrese. ¿Qué están haciendo? Estamos sacando el sexo del bebé. Y cállese, que si no, no me sale. Bebé. ¿Cómo ребенка? ¿Cómo ребенка? ¿Cómo ребенка? Как? Вы не знаете, что сеньора Росарио в положении? Что ты хочешь этим сказать? Спроси у него сам. Камила довольна играть со мной. Что знает Федерико о моей стерильности? Поговори с ним, я уже наговорила. Я не хочу с ним говорить. Я говорю с тобой и хочу, чтобы ты мне сказала все, что знаешь. А я хочу, чтобы ты ушел. Нет, Камила, я уже сыт по горло. Сначала ты меня зовешь, потом выгоняешь, целуешь и снова выгоняешь. Не договариваешь до конца и опять хочешь, чтобы я ушел. Ты уж реши, определись. Я тебя выгоняю. Почему ты не уходишь? Нет. На этот раз ты меня не выгонишь. Я уйду сам, потому что я этого хочу. Мне надоели твои капризы, надоело твое ребячество. Мне все надоело. Довольно. Хватит издеваться надо мной. Vio lo que le dije, no me falla nunca. Ay, yo почему-то была уверена, что у вас девочка. Представляю, как обрадуется сеньор Мануэль. Вы должны хорошенько отметить это событие. Вы не обидитесь, если я его поцелую, когда он придет? Ладно, я пойду, у меня еще полно дел. Ешьте побольше. Не забывайте, что теперь вы должны есть за двоих. Но она уже знает. Естественно. Я ему первому сказала. Он чуть с ума не сошел от радости. Он так счастлив от того, что скоро станет отцом? Да, конечно. Как и следовало ожидать. Ты теперь вернешься к нему? Верно. Но мы никогда не расходились. Просто небольшая ссора, только и всего. Мы дали друг другу время, чтобы подумать, но теперь у нас есть все основания, чтобы жить вместе, одной семьей. И сколько уже?
Полтора месяца. Мне еще совсем незаметно. Надо будет этим воспользоваться, пока меня не разнесло. Я собираюсь переехать жить на пляж, поближе к дельфинариуму. Буду помогать своему мужу. Представляю, как наш ребенок будет бегать пингвин, кормить их рыбкой. И у него будет такая же улыбка, как у Мануэля. Правда чудесная. Тебе я тоже советую родить. Беременность — самое лучшее состояние. Ну, конечно, для этого тебе надо найти сперва мужа. Сейчас это не так-то просто. Дорогой, ты уже уходишь. Знай, что тебя уже будут ждать два человека. Я вернусь, не волнуйся. Мануэль, я только что узнала. Поздравляю. Какая же она вредная. Сказала так, словно почувствует. Знаешь, чего я больше всего боюсь? Зависти. Никто в этом доме не хочет, чтобы мы были счастливы. Нам с тобой надо держаться вместе, чтобы никто не помешал нашему счастью. Я не понимаю, чему ты радуешься? Но, мама, это же такое событие. Разве ты не рад, что у нас будет ребенок? Нет, это не та ситуация. Ребенок должен быть желанным. Я всегда его хотела. Ты меня не поцелуешь перед уходом? Прекрати, Росарио. Мануэль. Ну что еще? Не уходи, мне надо с тобой поговорить. Сейчас мне некогда, у меня очень важная встреча. Я тоже хотела тебе сказать что-то очень важное. Ничего не поделать, если у него нет времени даже для меня, для других и подавно. Всего одна минута. Ману, подожди. Пока. Не задерживайся. Ну, с этим-то я покончу. Я никому не позволю распоряжаться моим мужем. Он станет отцом, Камила. Нану станет отцом. Росарио ждет от него ребенка. Она сделала это специально, назло мне. Назло мне. Я знаю, он не хотел этого ребенка. Это она. Она способна на все, чтобы привязать его к себе. Ей наплевать, что он ее не любит. Для нее не важно, что он ее обманывает. Ей все равно. Я хотела сделать его счастливым. Камила, я... Не плачь, прошу тебя. Что мне делать без Нана? Что мне делать, Камила? А если он вернется к Росарио? Я хочу от него ребенка. Я могу ему родить столько детей, сколько он захочет. Я хочу быть его женой. Я умру, если он вернется к Росарио. Я не могу жить без него, я не хочу. Прошу тебя, не говори так, Магдалина. Он ее не любит, Камила. Почему так случилось, если он ее не любит? Он не любит ее, не любит, не любит. По какому праву ты меня спрашиваешь? Что плохого в том, что я спросила? Ты что, не можешь ответить? Будет у тебя ребенок или нет? Нет. Ты его не хочешь? Может, ты влюбился? Я никогда не влюблялся, Аурора. Никогда. Она сказала, что они будут жить на пляже. Рядом с дельфинарием. Тем лучше будем его меньше видеть. Нет, Камила. Я хочу его видеть. Я хочу быть с ним. Я хочу, чтобы он был моим. Ты забудешь его. Я не могу. Ты должна его забыть. Нет, Камила, я не могу. Я не такая, как ты. У меня все было гораздо серьезней. Вернее, ничего не было. Все только начинается. Я была рядом с ним все это время. Я могла ждать сколько угодно, но я... Я не могу бороться против ребенка, против другой женщины, да. Даже против тебя, но не против ребенка. Я не хочу, чтобы он родился. Я не хочу, чтобы он родился. Не говори так. Да, если бы он был моим, да, но только не от другой. Я не хочу, чтобы он родился. Смотрите, прямо настоящий Санта-Клаус. Санта-Клаус? Да, Санта-Клаус. Уважаемый господин, который делает подарки девушкам, если они хорошо себя ведут. А когда они ведут себя не так,
как он хочет, то... ¿Y vos узнали в турагентстве, да? La empleada que le vendió el pasaje no dudó un momento. Parece que le preguntó a qué hora salía para invitarla a tomar un café. No pierde el tiempo el canoso, ¿eh? ¿Y qué tal estaba? ¿Qué cosa? La empleada. Nosotros tampoco perdemos el tiempo, jefe. Eso me lo enseñó usted. No, es cierto. Es cierto. Así que vamos. ¿A dónde vamos? A buscarlo. Me parece que este año no vamos a ligar nada para Navidad. Es raro que no haya llegado. Me dijo que... Сказал, что это очень срочно. Хочешь, я позвоню ему на мобильный? Нет, зачем? Лучше я подожду. Уверен, мне скучно не будет. Я кто, по-твоему, клоун? Есть много способов, чтобы развлечься. Не возражаешь, если я подожду в кабинете? Нет, если тебе там удобнее. Я только забыл, где вход. Ты меня не проводишь? А если придет Мануэль? Ну и что же? Я думаю, он не обидится. Не знаю, могу ли я. Я ведь очень серьезная девушка, и к тому же я на работе. Ты не забыла, что мы кое-что не успели закончить? Да. Да, я помню. Я тоже все помню. Особенно, когда тебя целую. Мне хочется быть с тобой все время. Так вот, я и говорю, у нас очень много редких видов тропических рыб, самых разнообразных оттенков. Скотофак, морская скалярия и очень редкий вид прилипалы. Он есть только у нас. Как он вам нравится? У этого вида есть одна особенность. Он бросается на все, что блестит. Его рот словно липучка, ничего не пропустит. Ну все, хватит. Смотри, как бы эта редкая рыба не ухватила тебя самого. Я пошутил, Ромео. Мари Кармен я люблю как сестру. Да, как сестру своего друга. Tiene razón, Silvio. Parece una monja de clausura. Ni al kiosco la dejas ir sola. Para ir al kiosco tiene que cruzar la calle y es muy peligroso. ¿Sale la mancha? No sé. ¿Con qué es que le hiciste? Y no sé, no sé con qué fue. No sé, saldrá con agua. Bueno, no sé, no sé. No soy tintorero. Soy abogado. Y además soy padre de familia. Y yo sé las cosas que pasan en la calle. ¿Qué te mandó Maripaz para que... No, no me mandó nada. Sí, lo vine por mi propia cuenta. Pero por lo que veo, no tiene sentido. Porque eres más duro que esta mancha. Bueno, tengo mis razones, ¿eh? No me digas que la calle es peligrosa, Silvio. Es un tema recontra sabido. Pero si no le enseñas a cuidarse en vez de asfixiarla... A veces no basta con cuidarse, Silvio. ¿Qué? Típico padre de hoy en día. Los chicos se drogan. Pero porque se la venden. No leen. Pero porque miran la televisión. Al final le echan la culpa a todo y no se hacen cargo de la educación de sus hijos. No, no, no. A mí no me puedes acusar de eso, ¿eh? Yo no soy del tipo de padre que se lava las manos. Esta vez sí, me parece. No, esta vez no. Esta vez no. Y menos que nunca. ¿Quieres saber qué me pasa con Maripaz? ¿Quieres saber por qué no la dejo salir? Quisieron matarla. Потому что то, что произошло, не было случайностью. Это было покушение. И мне до сих пор угрожают тем, что ее могут убить. Этого достаточно? Теперь ты понимаешь? Убить? Кто меня хочет убить, папа? За что? Нано говорит, что не любит Камилу. Камила говорит, что не любит Нано, но у них будет ребенок. У Сильвио не будет ребенка, но он любит Камилу. И хотя она говорит, да, я не верю, что она любит Сильвио. Прошу тебя, перестань, Аурора, а то я вообще ничего не пойму. Что все-таки случилось? Не могла же я так ошибиться. Ведь Нано любил Камилу. Мне он сказал, что нет, что никогда ее не любил. Просто какой-то ужас. И все же Нано должен признать этого ребенка. Да, сеньор. Вы признаете этого ребенка, иначе меня зовут не Амалия. Я не знаю. Я ему не очень-то верю.
Думаю, что после этого случая он изменился. Мне кажется, Макси повзрослел. И если Нана предложил ему место Кристы, значит, он ему доверяет. Нана слишком добрый. Это не всегда идет ему на пользу. Рад, что ты пришел, Мария. Меня ни для кого нет. Нано, я сказал, ни для кого. И для тебя тоже. Затишье перед бурей. Правда? Я хочу знать все, что касается моей стерильности. Но ты и так все знаешь. Нет, я не знаю очень многого, Федерико. Поговори с Русарио. Я здесь ни при чем. Я уже говорил с твоей сестрой. И она мне сказала, что беременна. Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Ты об этом мне сказал. Есть две причины. Первая, потому что уже давно между нами ничего нет. И вторая, потому что я стерилен. Ты же сам мне это говорил, Федерико. Разве не так? Так я стерилен или нет? Отвечай, я задал тебе вопрос. Да или нет? Нет. Результаты анализов были поддельными. У Росарио всегда была спираль. Вы меня обманули. Вы все время меня обманывали. Ты меня обманул. Ты хуже всех, Федерико. Но! Что нет? Вы покупали этот билет или не покупали? Да, покупал. Да. Но я не это имел в виду, когда сказал нет. А que entonces? А que esa señorita no era mi amante? Не была моей любовницей. Вы сказали любовница, но это не так. И как же вы предпочитаете ее называть? Ну, подружка. Muy bien. ¿Por qué le pagó un pasaje a Europa a su amiguita? Madrid. Uh-huh. Sí, el pasaje era a Madrid, aeropuerto de Barajas. ¿Sí? Uh-huh. Caigamos en la cuenta que no es muy común que un señor respetable le compre un pasaje a Madrid a una amiguita. Sobre todo si esa amiguita es la única que sabe algo acerca de un crimen en el cual él está comprometido. Usted me está tratando como un delincuente. Y bueno, yo soy un caballero, ¿eh? Así que este tipo de jueguitos conmigo no, ¿eh? No sea irónico conmigo. Yo soy inocente. Y así fuera culpable, usted sabe muy bien que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Mm? ¿Tantos favores le debía a esa señorita para pagarlos tan caros? Bueno, ¿quién puede estipular realmente el precio que tiene el placer, no? ¿Y el del silencio? ¿Qué me está queriendo decir, eh? ¿Que le compré el pasaje para callarla? ¿Eso, inspector? El inspector soy yo. Oh, perdón. Perdón, detective. Mire, yo soy un hombre libre, viudo, ¿eh? Tengo todo el derecho del mundo a tener una amiguita, ¿no? Y tener todo tipo de atenciones con ella, ¿no? Yo no sé cuál es el delito de todo esto, ¿no? Digamos, ¿cuál? No me hagas esto más difícil de lo que es. Maripaz. Sí, yo me llamó Camila, así que voy a verla. Sí. Cualquier cosa estoy en la mansión. Maripaz, quiero que me entiendas. No puedo contarte. Mi trabajo es difícil, a veces hay gente... Иногда мне угрожают. Ты ни в чем не виновата, но... Эти подонки, они ведь... Они бьют из-за угла по самому дорогому, что есть, и... Все знают, что дороже тебя у меня никого нет. С тобой ничего не случится, я обещаю. Я всегда буду тебя защищать. Не бойся. Поверь мне. Basta de miedo. No te va a pasar nada. Yo voy a hacer que todo esto termine, mi amor. Confía en papá. Thank you.
Нет, я не... Ты можешь. Попробуй. Врач мне сказал, что ты обязательно сможешь. Давай, попробуй сказать свое имя. Давай. Генаро. Наро. Muy bien, muy bien. Viste que pudiste. Hoy cuando fui a averiguar, me dieron a leer un poema de un afásico recuperado. Y creo que por primera vez entendí lo que te pasa. ¿Quieres que te lo diga de memoria? Sí, sí. No, yo no tengo memoria. Lo tengo aquí escrito para ti. A ver. Y de pronto se perdieron las palabras. Solo las formas y las cosas perduraban. Pero había olvidado el modo de llamarlas. Ya no importaba descubrir la belleza mientras no pudiera decirlo con palabras. Es tal cual así, ¿no? Sí. No es imposible recuperarse, Genaro. Es difícil, lleva tiempo, pero lo vas a lograr, mi amor. Hola. Привет. Привет. Как дела, Хинаро? Скажи. Все хорошо? Все хорошо. Где Росарио? Не знаю, я ее не видела. Сеньора Амария хочет с вами поговорить. Я сейчас приду. Извините, вам нехорошо? Вы так говорите, потому что... Нет, я просто... Прилегла и задремала. Все нормально, я скоро приду. Все не так. Me parece que no le vamos a sacar nada. ¿Qué se hace? Trate de apretarlo un poco más. Si no se queda... Si no расколется, пусть проваливает. А я навещу Мануэля Испаду. Этот тип готов сунуть руки в огонь ради своего тестя. Но думаю, он обожжет. Ma. ¿Alguna novedad? Llegó Nano. Nano вернулся, кажется, он в спальне. Росарио? Не знаю, дорогая, я не знаю. Сеньора, ваша внучка сейчас придет. Спасибо, Готардо. Хочешь? Спасибо. Он говорит. Да, говорит. Скоро он будет говорить лучше нас. Как ваши дела, Готардо? Все в порядке? Да, все хорошо. Мне позвонила Камила. Она сейчас придет. Хорошо. Привет. Как дела, Дона Амалия? Пока не знаю. Если подождешь несколько минут, смогу тебе ответить. Надеюсь. Росарио, не веди себя как ребенок. Это уже не твоя спальня. Да, конечно, но здесь еще много моих вещей. Я только что помыла голову своим шампунем. Одевайся. Я жду тебя в библиотеке. А почему в библиотеке? Там слишком холодно, чтобы отпраздновать мою беременность. Я не вижу причин для праздника. Ты сейчас же оденешься и выйдешь отсюда. Да, и вот что. Собери свои вещи, потому что сегодня ты переедешь отсюда в гостиницу. Я не хочу тебя видеть. Чем дальше от меня ты будешь, тем лучше будет для нас обоих. Знаешь, Росарио, в какой-то момент мне даже было тебя жалко. Но сейчас нет. Уже нет. Я не могу жалеть неисправимую лгунью. Но я правда жду ребенка. Единственная правда то, что у тебя всегда была спираль. И не говори мне, что это не так. Не лги. Не отрицай того, что есть на самом деле, Камила. Очень хорошо, что ты пришел, Нано. Я уже собиралась за тобой послать. Нано. Ты никогда не отказывался от своих обязанностей. Надеюсь, что и сейчас ты поступишь так же и признаешь своего ребенка. Об этом уже написали в газетах? Всем все известно. Да, да, мы все знаем. Все отлично, дорогая. У ребенка, которого ты ждешь,
tiene su padre? Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar cuánto te amo. Tu risa me envolvió, entonces aquí estoy. Necesito tu amor, quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento. Hasta perder la razón, abrázame, abrázame. Puedes oír mi corazón, puedes hacerlo. A veces sobran las palabras, si tu mirada es la que habla. Abrázame. Puedo ser la voz de esta pasión.